И снова мы вместе. Сегодня мы будем изучать урок, который пригодился мне. Мы узнаем о том, как быть значимым в Царстве Господа Иисуса. У Бога есть план для вас. Он хочет благословить вас. И если мы выполняем условия, тогда блага придут к нам. Для того, чтобы стать значимым, не нужно посещать семинары или читать специальную литературу. Вы важны для Царства благодаря Богу. Это Он сделал вас значимым. Служите Господу. Иисус собрал учеников, а ученики спорили, кто из них великий. Тот великий, кто лучше всех служит. Ведь мы же думаем, что великий — это самый талантливый, даровитый, или тот, у кого самый высокий IQ. Но Иисус сказал, что если мы выберем Его путь, то Бог поднимет нас. Это невероятная мысль. Бог поднимает нас. Важно это, а не наше рождение, наш рост, вес и другие параметры, по которым мы оцениваем себя и, быть может, других людей. Если мы исполняем волю Бога, то Он благословит нас. Итак, давайте откроем Библию и послушаем, что Бог скажет нам сегодня. Мы должны понимать, что мы важны для Его Царства и для Него лично. Приятного просмотра! Давайте рассмотрим путь, по которому Бог ведет нас, чтобы дать нам успех. Вам интересно узнать об этом? Создатель говорит, что Он приготовил для нас чудесный конец жизни. Вы хотите услышать об этом? Я тоже. Расскажу вам о самом главном пункте данной темы. Наш урок не будет сложным, он простой. А после проповеди поразмышляйте о теме. Я не буду приводить доводы из культуры, спорта, науки и бизнеса, но я приведу доводы из Библии. «Больше из вас да будет вам слугою, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Это простое предложение. Чтобы понять его, не нужно быть ученым. Иисус говорит: «Больше из вас да будет вам слуга. Кто унижает себя, тот возвысится». Мы являемся частью церкви, и мы понимаем, о чем идет речь. Но мы читаем эти слова и поступаем по-своему. Друзья, мир вывешивает лозунги: «Если ты не возвысишь себя, то кто тебя возвысит? Если ты не стремишься к достатку и благополучию, если у тебя нет эгоистичных амбиций, то кто о тебе вообще позаботится?» Иисус говорит: «Если ты станешь слугой, то достигнешь величия. Если ты принизишь себя, то возвысишься». Я верю Иисусу. Я верю Ему, хотя я не всегда Его понимаю. Давайте откроем Евангелие от Луки. Здесь есть похожая история. Я выбрал эти истории из одного Евангелия, ведь если бы я взял отрывок из Матфея и отрывок у Луки, то вам бы показалось, что я рассказываю одну и ту же историю. Но Лука говорит о другом. Лука последовательно рассказал о жизни и служении Иисуса. Если в Библии что-то повторяется, это означает, что нам нужно закрепить этот урок. Здесь происходит именно это. В 9 главе Евангелия от Луки Иисус обращается к ученикам, когда они начинают спор о том, кто из них больше. Данный случай заставил вас усмехнуться, потому что Иоанн, Иаков и Петр спорили, кто из них больше. Иисус же, видя помышления сердца их, взяв дитя, поставил его пред собою и сказал им: «Кто примет сие дитя во имя Мое, тот Меня принимает, а кто принимает Меня, тот принимает пославшего Меня, ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». Здесь все понятно. Ведь если мы читаем поверхностно, то мы подумаем, что ученики занимаются пустяками. Наверное, Иисус набрал не тех людей, и у них неправильные цели. Нет, здесь нечто большее. Эта история произошла тогда, когда Иисус вошел в служение. Иисус стал знаменитым. Он творит чудеса и учит. Представляете, люди, спеша к Иисусу, преодолевают большие расстояния, чтобы увидеть и услышать Его. Происходят невиданные чудеса.
Слепые прозревают, больные исцеляются, одержимые освобождаются. Апостолы видят, как Христос идет по воде. Они видят, как Он запрещает бури и наступает тишина. Иисус популярен. Толпы собираются вокруг Него. Подростки и молодые мужчины стали учениками Иисуса. Они были рыбаками и мытарями. Бог сделал представителей непрестижных профессий своими учениками, а теперь влиятельные ученики Иисуса приходят к Нему и просят привилегий. Они нуждаются в чудесах и понимают, что Он уникален. Вокруг Него собираются толпы народа. К Иисусу приходит сотник и просит Его исцелить его слугу. К Нему идут религиозные вожди и просят о помощи. В Иерусалиме влиятельные и богатые руководители храма изучают Иисуса и Его апостолов. Апостолы увидели то, о чем они и не мечтали. Теперь люди хотят, чтобы апостолы послужили им и просят о помощи. Авторы Евангелий говорят, что люди приходили к Иисусу и что апостолы служили им. Ученики служили успешно, а когда они терпели поражение, они просили помощи у самого Иисуса. Я ясно представляю, как ученики побеждали во всех этих обстоятельствах. Теперь они остались без посторонних и спорят между собой, кто из них больше. Разве они не правы? Зная, о чем они спорят, Иисус берет ребенка и ставит рядом с собой. Он говорит, кто примет этого ребенка, «Ради меня, тот принимает меня, а кто примет меня, тот принимает и того, кто послал меня». Иисус говорит, не тот велик, у кого есть власть, богатство, и не тот велик, у кого берут автограф. Если ты будешь служить ребенку, самому уязвимому, самому открытому, тому, кто не может отплатить и ответить, если ты будешь относиться к этому ребенку с уважением, то тем самым ты проявишь уважение ко мне и к Отцу. 22 глава. Евангелие от Луки. Уже прошло 3 года, апостолы стали духовными профессионалами. Их уже не удивляют чудеса, ведь они видели множество чудес. Они опытные служители. Апостолы видели то, чего другим не довелось видеть. Они видели, как оживали мертвые. Они видели многое. И далее сказано, среди учеников возник спор, кто из них должен считаться главнейшим. О, эти большеголовые мудрецы! В 9 главе они спорили. Кто может стать великим? А далее... В 22 главе спорили, кто из них должен считаться таковым. Их 12, у всех у них равные возможности. Трое из них побывали на горе и видели, как Моисей и Илья общались с Иисусом. Представляю, как Петр, Иаков и Иоанн смотрят на остальных и говорят, «Но мы были на горе Преображения, а где ж были вы?» Видите, ученики спорят, кто из них достиг больших успехов, у кого больше чудес, кого уважают больше всех и кому доверяют больше всех. Иисус вступает в разговор. Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются. А вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший и начальствующий, как служащий, ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Они признали Иисуса Мессией, ведь Он ходил по воде, воскресил мертвых и вернул зрение слепым. Иисус говорит, «Я служу вам. Если вы хотите стать значимыми, то станьте слугами». Я верю, что Иисус — величайший лидер в истории планеты Земля. Вы представляете? Он собрал группу необразованных и малообеспеченных парней и изменил мир через них. Он служил только 3 года, и за эти годы Он дал мудрость этим парням. Благодаря этому
Он изменил судьбу всего человечества. И Он достиг впечатляющих высот. У Иисуса не было армии, не было большой казны. И на Него не обращали внимания. Но Иисус Христос научил нас тому, как стать лидером-слугой. Об этом написали много книг, и об этом много говорили. Многие не понимают, что такое быть лидером-слугой. Не нужно слагать полномочия из себя и прогибаться под всех и вся, и не нужно принимать все решения путем общего согласия. Иисус так не поступал. Спаситель не собирал учеников и не просил их. «Дайте совет, как изменить мир». Когда его слушали самые влиятельные, состоятельные и могущественные лидеры страны, он не говорил: «Дайте совет, как распространять весть о Боге». «Ведь все богатства и вся власть у вас». Иисус не делал этого. Но Он несколько раз сказал ученикам: «Мы идем в Иерусалим, там Меня предадут, арестуют и забьют, а потом убьют. Меня похоронят, но не переживайте, Я воскресну». Город отвергает Его, и Бог отвечает городу: «Лицо Мое как кремень». Однажды Петр подошел к Иисусу и сказал: «Господи, пусть не произойдет этого с Тобой». То есть Петр сказал: «Я встану между Тобой и трагедией». Я уверен, что когда Петр сказал это, он думал, что он делал Иисусу добро и поступил как хороший друг. Только представьте, Петр отвечает правильно, ведь должно случиться что-то ужасное. Он вмешивается и говорит: «Нет, Господи». Когда Иисуса арестовали, Петр вынул меч, начал защищать его. Что Иисус сказал Петру? «Отойди от меня, приятель». «Нет, отойди от меня, сатана. Ты не думаешь о том, что угодно Богу, а о человеческом помышляешь». Иисус заложил начало спасения, и Он сказал о том, что произойдет с Ним. Когда Он заложил начало этого спасения, Он изо всех сил служил Своим друзьям, помогая им добежать до финиша. Он отдал все, чтобы помочь им. Он не нуждался в них, но Он хотел забрать их вместе с Собой. Хочу вас спросить кое о чем. Вам все нравится в Евангелиях? Вы славляете Бога каждый день, и вы просто удивитесь тому, что Он сделает для вас. В Библии сказано, чтобы каждый день воздавать Богу честь в прославлении, службе и покаянии. Мы выпустили послание Алана Джексона «Сила прославления» на аудио-CD и рады предложить его вам в качестве подарка за вашу поддержку. Помогите нам нести послание Иисуса Христа людям во всем мире. Чтобы предложить свою помощь, просто зайдите на наш сайт или позвоните нам. Вместе мы добьемся перемен во имя Царства Иисуса Христа. Скажите, всегда ли радовался Иисус? Все ли обстоятельства приносили Ему радость? Я так не думаю. Мы скоро закончим данный раздел. Потому что я не хочу, чтобы у вас появилась мысль, что служение Богу — это бесконечный праздник. Слово «служитель» поможет нам в нашей культуре. Это непопулярное слово. Если утром в понедельник вы скажете коллегам: «Этот человек — ваш слуга», то на их лицах отразится недоумение. Я прав? Мы неохотно думаем о роли слуги. Я скажу вам всю правду. Когда мы избираем служить Господу, то это не значит, что мы будем чувствовать себя победителями каждый день. Я докажу это. Давайте откроем вторую главу Евреям. Здесь говорится о страданиях Иисуса Христа. Страдания являются частью нашего служения, а в служении мы ставим желания людей выше своих желаний. Я не говорю, что теперь не нужно заботиться о себе. Порой вначале нужно исполнять желания людей, и лишь потом свои. Это создает неудобства.
тебе неприятно, и ты становишься беззащитным, я называю это страданием, надеюсь, вы тоже. Итак, надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Это наш Иисус. Мне хочется переписать это и сказать, Иисус стал совершенным, потому что Он усердно изучал Писание, или потому что Он с большим энтузиазмом поклонялся Отцу, или потому что ни разу не пропустил службу в синагоге, но Он стал совершенным через страдания. Если Иисусу пришлось пострадать, то Алан тоже пострадает. Такова реальность. У нас просто нет выбора. Потому что страдают все. Я достаточно прожил и общался со многими, и поэтому я скажу так. Страдают все. И при этом каждый из нас считает себя уникальным. Другие люди страдают, да, но разве я тоже должен страдать? Я считаю, что мои страдания приносят много боли, что они несправедливы или приходят не вовремя. Страдания не приносят зло. Но они испытывают нас. Как реагировать на страдания? Вызовут ли они ненависть в вас? Будем ли мы гневаться и обижаться? Как реагировать на них? 14 стих отвечает, «А как дети причастны плоти и крови, то и Он воспринял их, чтобы смертью лишить силы, имеющего власть смерти». Мы так любим наблюдать за тем, как побеждают зло, и за тем, как гнет зла исчезает в нашей семье, в нашем сердце или в нашем обществе. Иисус лишил силы того, у кого власть причинить смерть, ведь Он смирился до самой смерти. В послании Филиппийцам написано, «Он не почитал хищением свое равенство с Богом, но смирился и взял на себя природу слуги. Он был послушен до смерти на кресте, поэтому Бог возвысил его». Для чего нужно смириться и стать слугой? Чтобы Бог возвысил нас. Но путешествие из пункта А в пункт Б означает, что нам придется отказаться от чего-то. Я никогда не становился волонтером, чтобы стать зрелым. Мне нравилось быть незрелым и исполнять ровно столько, сколько требовалось. Бог любит нас. Он заботится о нас и желает, чтобы наш характер отражал Его характер. И так как Он сам прошел через испытания страданиями, то теперь может помочь тем, кто подвергается этим испытаниям. Мы не думаем об искушениях Христа, но мы думаем о Его пытках и распятии. Вот это и есть страдание. Но Он страдал, проходя через испытания, и поэтому Он может помочь нам. Я не думаю, что самые сложные искушения для нас связаны с вопросами нравственности, аморальность, порнография. Я не верю, что кто-то из вас хочет украсть ликер в магазине. Искушения приходят в нашу жизнь, и мы, безусловно, боремся с ними. Мы знаем, каковы их последствия. Настоящее искушение приходит не тогда, когда мы отвергаем Бога, но когда мы хотим жить среди нечестивых. Я искушаюсь этим. Я хочу говорить тише и сгладить острые углы. Никто не обратит на меня внимания, и все будет в порядке, а Бог прославится в любом случае. Когда мы пытаемся вести диалог с врагом и жить для себя, для своей воли, желаний и целей, мы впадаем в искушение. Моей жизнью управляет искушение. И я думаю, если вы не согласны со мною, то уходите из моей жизни. Так ведь? Иисус столкнулся с таким искушением, которое мы представить себе не можем. «Отец, я не хочу этого делать, но я исполню не свою волю, а твою». И я так говорил это Богу, но это были пустые слова. Но мы должны служить Ему именно так.
Я улыбнусь и пойду по Божьему пути. Чем это закончилось? Он вознес с воплем и плачем просьбы и мольбы к тому, кто мог спасти его от смерти. Разве Иисус кричал и плакал в молитве? А я думал, что он молился бархатным голосом и молился с достоинством. Отец услышал его. Только благодаря тому, что Сын Человеческий благоговел перед Ним. Отец услышал Сына, потому что Сын подчинился воле Бога, хотя Он и Сын, но через страдания научился послушанию. Почему Он так страдал? Я учился послушанию давно в воскресной школе и даже получал шоколад. Его давали в качестве поощрения. Иисус, если Он научился послушанию через страдания, то и мне надо учиться слушаться, страдая. 12 глава. Вы должны стойко переносить все испытания, как наказание. Бог являет к нам любовь, когда воспитывает нас. Первое послание Петра, 5 глава. «Будьте трезвы, не спите». Ваш враг-дьявол бродит, как рычащий лев, ищет кого сожрать. У меня была знакомая в церкви, она долго жила в Кении. Она рассказала, что в Индии львы живут в прайдах, и что когда они идут охотиться, они идут стаей. В Кении больше львов, чем в нашем городе. Когда лев стареет, он теряет силы и проворности, уже не может охотиться, как раньше, и возвращаться с добычей. Но старые львы участвуют в жизни стаи. Они рычат и пугают добычу, гонят ее в сторону молодых и сильных. Я читал этот стих и улыбался. Дьявол ходит, как рычащий лев, ищет кого сожрать. Иисус вырвал зубы у него. Лев не покинул поле боя, он рычит, пытаясь испугать нас и лишить любви Иисуса. Но наш Господь победил. Противостаньте Ему, твердые в вере, зная, что во всем мире братья ваши терпят такие же страдания. Бог, источник всякой благодати, призвавший вас во Христе разделить свою вечную славу, вас исправит, укрепит, усилит и утвердит. Вы хотите стать крепкими, сильными и утвержденными? И я. О, теперь нас больше. Как стать крепким, сильным и утвержденным? Придется немного пострадать, но Бог восстановит нас. Как же мы реагируем на трудности? Разочарование — это нежданный гость. Мы не можем предугадать приход страданий, их не ждут и не приглашают. Что делать, когда они приходят? Молитесь так. «Господи, я смиряюсь перед Твоей волей. Я не вижу свои права и преимущества, ведь не я главный здесь. Я смиряюсь перед Тобой и отказываюсь водиться своими желаниями. Я верю, что Ты возвысишь меня сейчас и в вечности». Иисус получил больше благословений в вечности, чем на земле. Он воскрес из мертвых. Благо, которое Иисус получил благодаря послушанию, с избытком купили все, что Он пережил на земле. Пока остановимся на этом. А в зале есть много людей, которые страдают. Каждый из них проходит свои невзгоды, которые есть в их жизни. Дорогие, не сдавайтесь. Даже посреди этой борьбы скажите Господу: «Я согласен идти Твоим путем, а не своим». Смиритесь. Можно злиться на Бога и людей, можно гневаться на людей и на обстоятельства. Почему все валится из рук? Я этого не планировал. Я не думал, что все выйдет именно так. Я не предполагал, что люди начнут себя так отвратительно вести. Так легко угодить в ловушку ропота, беспокойства и разочарования. Скажите Господу: «Я выбираю Твой путь. Я буду следовать за Тобой. Я хочу служить Тебе». В Библии сказано: «Тот, кто в вас, больше того, кто находится в этом мире». Бог сказал: «Мы покоимся под Его крыльями». Он наша скала.
наш оплот, и Он наш Избавитель. Иисус победил все зло и нечестие, чтобы мы стали носителями Его славы на земле. Вы переживаете славу каждый день? Нет, это не так. Мы претерпеваем испытания и ведем борьбу. Изберите Божий путь, и Он даст вам свою победу. Изберите смирение и служение Господу, и Он возвысит вас. Враги будут злиться из-за этого. Они будут изнывать в ожидании финала, а потом вы увидите победу. Путь к успеху и значимости в Царстве Бога — это очень интересная тема. Дорогие, у меня чудесная новость. Вам не нужно пытаться прыгать выше головы, и вам не нужны новые друзья и больше денег, и не нужно повышать IQ или худеть. У вас есть все для того, чтобы быть значимым в Царстве. Примите решение смириться и служить Господу Богу. Каждый способен сделать это. Что бы ни случилось с вами в этом мире, пожалуйста, смиряйтесь. Никто не смирит вас, это вы должны смириться. Если вы смиритесь и начнете служить Господу, Бог возвысит вас. Вот это и есть благословение. Я хочу помолиться за всех нас. Святой Дух, помоги нам и дай смелости и усердие идти по пути, который приведет к лучшим благам от нашего Бога в грядущие дни. Отец, спасибо за попечение о каждом драгоценном святом. Господи, Ты дал им все необходимое, чтобы Твои благословения пришли в их жизнь. Драгоценный Святой Дух, дай нам мудрость, чтобы Бог возвысил нас, а мы смирялись перед Тобой. Во имя Иисуса, аминь. С Богом! Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборо. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном.